Здравствуйте. Здравствуйте. У вас что, глазка нету? Есть, что-то я не настроил. Сейчас я посмотрю. Настройте. Он включил что-то. Вот сейчас видно. Видать? Да, видно. Вы голову как-то поднимите выше, а то у вас головы не видать. Так. Ну, вы наши видно? Правила знаете, что все записывается, выставляется в интернет. Знаю, да. Вы не против? Нет, не против. Я вас слушаю, говорите, кто вы, откуда и зачем? Из Мордовии, из Саранска. Понятно. Знаете, Мордовия такая? Конечно, мы же ездили везде. Ну вот в интернете увидел вашу проповедь, вот в чат-рулетке вот вы разговариваете. Да. Увидел, вот, решил позвонить. Мы с вами говорили в чат-рулетке? Нет, я увидел, как вы с другими разговариваете в чат-рулетке, вот. Ну да, правильно. У вас какие вопросы есть? Да, не знаю пока еще какие. Ну а зачем вы тогда встречу желали иметь-то? Ну вот вопрос. Вот на горе Синай, тут Моисею. Да. Бог сказал, не смотри на меня, то погибнешь. А сейчас вот слушают тут причастие, говорят, это Бог. Но... И как... Как это такое совместить? Никак не пойму. Надо совместить. Оно не совмещается никаким образом. Это один и тот же Бог ведь, что на горе Синай. Один и тот же, но к делу это не относится. Здесь речь идет совершенно о другом. Там он появлялся в таком виде, здесь является в другом виде. Здесь повелевает, а там запрещает. И события эти никогда ни один из святых отцов не совмещали вместе. Они никак не влияют друг на друга. Ну, понятно. Я так не очень церковный человек, так в церковь мало хожу. Ну вот мы даже, вы один раз услышали, больше даже не переспрашивайте. Это дается человеку уже в новозаветней форме, когда Господь пришел и явился во плоти. Он стал видимый. И теперь он, Бога никто никогда не видел, написано, единородный Сын, сущий в недре Отче, Он явил. Он явил Себя. И вот в этот раз, когда преломил хлеб, то Он сказал, это тело Мое и кровь Моя. Тогда не было его видно. Его никто не знал. Его ангелы впервые увидели. Он показал себя ангелом, написано. А нет. Сколько лет они его не видели? Может, миллиард лет. Откуда мы знаем? А тут он, они его увидели, что вот он родился от Девы Марии и Духа Святого. Вочеловечился. Хорошо. А как у вас здоровье? Ну, слава Христу. Нормально, да? Ну, как нормально? Я доволен. Я хожу... Сегодня часика пришел из церкви, помолились, целый день тут занимаюсь. Днем слазил на голубятню. Что еще надо-то? В моем-то возрасте, когда 80 лет позади. Ну, недавно 80 лет было, да? Нет, будет 10 июня. Ага. В этом году. Слава Богу за все. Да, именно так Златоуст и говорил. Слава Богу за все. Вы в каком городе живете или в сельской местности? Саранске, центр Мордовии, столица. А, так у вас там церковь есть православная? Да, здесь много у нас в городе. Понятно. Там... Много церквей построили. Понятно. От вас Пензы на сколько километров? Ну, недалеко, километров 300 Пензы. Вот этот район примерно рядом. Да, недалеко от Пензы здесь. Да, да, да. Я там жил, в Пензе. Саранск. Ну вот, а вы занятый человек, вот, это, сделаете постоянно ролики на Ютубе, постоянно заняты. Да. Ну вот я сейчас вот выставил ролик, вот только что сейчас выставил. Беседа сегодня была с одним человеком в рулетке. Час двадцать мы беседовали с ним. Вы посмотрите. Вначале он отрицает, а потом он уже не отрицает. И он может на меня выйти. Теперь я ему дал все данные. Сегодня мы встретились первый раз. Вот сегодня самый последний ролик, который стоит на нашем Ютубе. Зайдите, увидите. Час двадцать мы беседуем. Посмотрю. Ну, я видел последний ролик, был там какой-то... Говорит, хотел я что-то экзамены сдать. На священника что-то он не мог, его заставили
на технический что-то факультет идти сдавать, вот про этого человека я смотрел. А кто там хотел на священника сдавать? Как фамилия его? Я не помню, вот. Ну, перед этим роликом. Ну, так ролик когда? Он давно поставлен или сейчас? Вчера или позавчера вот ролик был такой, недавно. Ну, я такого не помню. А кто такой? Это тоже в рулетке беседовали? Да, в рулетке был. А, ну, может быть. Вы вдвоем были там, еще один такой, ну, хорошо. Друг. Ну, может быть и так. Но если у него вопрос такой стоит, я могу объяснить ему, стоит тебе или не стоит беспокоиться. Но современное лучше не это, не делать священников. Сейчас много искушений у священников, там отступлений много. Да. Лучше не принимать сейчас священство, я так считаю. Ну, если призвание есть, это 6 слов Иоанна Златоуста о священстве надо прочитать сначала. Какие требования к Богу? А если ты будешь только деньги платить архиерею, зачем ты нужен? Ну да, и вот в этих деяниях там, а Петр или Павел, говорит, не всякий становитесь священниками. Я точно уж не помню главу там какую. Он обратился, говорит, не всякий становитесь священниками. Ну, он не так как-то говорит. Священника там слова нету. Ну, пресвитерами. Ну да, пресвитером. Ну, как-то он не так там говорит, наверное. Кто желает епископства, доброго дела желает. И дальше... Нет, другой. Но я точно не помню дословно. Угу. Кто-то должен быть священником, но ты должен тогда Богу доверить свою жизнь целиком, а не так, что... Вот у меня есть одно стихотворение, оно поется, и такие слова. «Что скажет Бог, то изреку и я». Заученная фраза у Михея. К такому в рот не заползет змея. Не нанесет он в уши ахинею. Вот я заканчивал семинарию еще давно, в 2000 году. А в 2000 году поступал. Здесь вот. Закончил. Я не пошел на священника. Ну так лучше спастись простым человеком, чем священником погибнуть. Да, ну я смотрю много, слишком лояльно. Церковь, правительство, не должно так быть, я считаю. Ну да, оно никак не должно. Это не и он предельче обличал царей, Златоуст обличал все. Да. И мужи все обличали. А у нас, что бы ни делали, все хорошо. Друг друга приветствуют, обнимаются, целуются. Да, именно так. Плохо дело-то обстоит. Да, это слишком. Церковь потеряла соль. А слово... когда, да. Раз не можешь сказать там обличительное слово, хотя просто промолчи, не показывайся рядом с ним. Да. Они друг другу радуются все. Хорошо. Так вот. Ну ладно, не буду отнимать у вас время. Да нет времени-то. Я подумал, что у вас что-то есть, нужно разрешить. Я бы мог вам помочь. Я что-то хотел спросить, уже забыл, про что. Так вы организовываете занятия. А что вы бороду-то бреете? Зачем? Работа у меня с лесарем. Нет, это не работа, это неверие. Работа. Какая может быть работа, которая... Ты же работаешь не подбородком, а руками. У нас все бреются, я один буду с бородой ходить. Ну, все в ад пойдут, и я пойду в ад. Так же никто не рассуждает. Ты один как раз и покажи, что ты против течения идешь. А мертвая рыба, она вся по течению тянет, а живая против течения. У нас... И вот я еще давно еще это, в семинаре еще слышал про вас, что-то Кураев говорил про вас, что-то, что... Говорит, у нас проблемы с проповедниками. Говорит, вот есть Игнатий Лапкин, говорит. Ну что-то, ну он как-то полусектант, что-то плохое говорил на вас. Полубаптист. Ну, что он говорит? Что? Не что? Нас, а кто говорит? Он говорит, не наш православный, он говорит. А кто это говорил? Кураев еще говорил, но да, давно еще... Да не так он говорил. Павел Баптист. Он у меня приезжал сюда, все книги я ему дал. Он говорит, в семинарии, когда он был... Ну, еще. Мало ли еще в семинарии, ну, слово-то от Кураев. Кураев он так и не говорил совсем, я знаю. Он говорит, что-то во мне вот такая любовь к Слову Божию, пиетет, говорит. И в то же время за каноны проще... А одно-то знать Слово Божие, православный не знает. Он говорит, это от баптистов. Как бы баптистов. Но мы Библию отдали баптистам, она как бы не наша.
А это старообрядчество, если знаю устав и по церкви порядок. Он просто разграничил по мозгам, чтобы понятно было. Это оно, видишь, куда вывернуло. Полубаптист. Ага. Ты не можешь быть наполовину быком, а наполовину человеком. Ну да. А сколько баптистов в моем доме стали православными, священниками стали? А они полные баптисты, хотели сказать, православные, которые говорят-то. А раз говорят, гонят, значит, я угоден Богу. Это Господь гнали меня, будут гнать и вас. А их никто не гонит. Они шатья братья там собрались все. Вот он мне сказал, мне от этого ни холодно, ни тепло. Вот тут свидетели Иеговы, они обвиняют, что мы это неревностные. А сами, я смотрю, некоторые отходят от собрания, вот свидетели Иеговы. Вот одна женщина совсем ушла. А сами нам предъявляют, что мы не ревностные, не это. Ну, правильно, и соблюдаем. Правильно, надо осознать, что так и есть, что не ревностные. А как вас зовут, вот друг, который заходил? Владимир. Ну, привет ему передавайте. Так вот, из Мордовии. Сам подойдет. Пускай. Привет вам из Мордовии. С миром. Ну ладно, раз у вас времени в обрез. Да, ну ладно, тогда все, с Богом. Богом. Давайте, да. Смотрите. Ему даже спасибо. Во славу Божию. Так, Владимир.